Первое испытание – фигурное вождение велосипеда. Виктория Тельникова говорит, конкурс непростой. Нужно проявить всю ловкость и внимательность. Однако пройти его без ошибок все-таки можно. Куда сложнее, когда выходишь на городские дороги. Мне больше нравится изучать дорожные правила в игровой форме, потому что так легче запоминается и веселее немного. Даже если получил какую-то неудачу, то не надо расстраиваться, надо идти вперед и смотреть вдаль. В парке Гагарина на территории автогородка проходит ежегодный городской конкурс «Безопасное колесо». Юные инспекторы дорожного движения объединились в 9 команд. Они отвечают на тематические вопросы по знанию ПДД, вспоминают правила оказания доврачебной помощи и участвуют в творческом конкурсе. У наших членов жюри есть определенная система бальная для оценивания тех результатов, которые показывают ребята. Например, на станции маневренного вождения оценивается не только время, но и правильность прохождения данной станции. Специалисты отмечают, именно с началом весенне-летнего сезона учащаются случаи дорожно-транспортных происшествий. Поэтому напомнить детям о том, как вести себя на дороге, лишним не будет. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» в городском округе Самара на 2021-2025 годы. Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям. Прежде чем купить детям, значит, средства индивидуальной мобильности, самокаты, проговорите с ними про правила дорожного движения, про соблюдение дорожно-транспортной дисциплины и культуры вождения. Победители городского этапа конкурса будут выступать на областных соревнованиях.